Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем играть в игру под названием H1Z1, или, иначе говоря, H1Z1, кому как удобнее называть. Go! Отлично. Yeah, let's get out of here. Да, он говорит, давай сваливать отсюда. Замечательно. Не, потому что тут, правда, что-то много зомби очень вылезло, нереально. Почему, как, я не знаю. You long play this game? Pardon? You game playing long? Yeah, I should be on for quite a bit. В общем, что-то сказал, не он меня не понял, не я его. Я его хотел спросить, ты долго играешь в эту игру? А он что-то там, сначала он не понял, говорит, пардон. А потом вроде как-то что-то непонятно ответил там. Yeah. Только тачка, думается, мне так себе. Detail. No detail. Детали нужны для нее, блин. Попробуй найди еще эти детали гребаные. Так, можно? Нет, нельзя. Фу, вроде светлее становится постепенно. Давно бы уже пора. Давно бы уже пора. Окей. Кто тут оставил трейлер целый? Вроде ничего такого здесь нету. Ну и ладно. Ну и пофигу. Слушайте, тут уже два нормальных американца попались. No food. Shoot. У меня... У самого тоже. Кстати говоря, персонаж проголодался. Надо будет сейчас его накормить. А то что-то как-то вроде нормально пошло-то, да? Чувак нормально попался. Но, с другой стороны, мы ничего такого-то и не нашли особо, кроме молотка и ломика. Можно было бы чуть получше найти, и тогда было бы круто очень. А так вообще, в принципе, даже если мы зареспаунимся заново, то ничего не потеряем от этого абсолютно. Так, где он там? Так. Вообще тут пусто. Нереально. Ничего такого нету интересного вообще. What is this place? Whoa. I don't know where the hell we are. Он говорит, типа, вау, куда мы попали? В жопу самую, друг, в жопу. Не иначе. Тут вообще ничего нету, абсолютно. Никаких трейлеров, ничего, никакого лута. Тупо бродим туда-сюда вообще, ни о чем. Да. Что-то куда-то мы пошли совсем не в правильную сторону. Надо было в противоположную топать от той базы. Я не знаю, что там за база была с ангарами. Ну, ладно, пойдем тогда вниз. Скоро, кстати, наверное, мы зареспаунимся заново. Он даже может еще быстрее, чем я. Потому что он начал уже жаловаться на то, что якобы жрать хочет. До того, как я заметил, что тоже у меня персонаж, в принципе, проголодался. Нет, тут дорожка гравийная здесь есть. Хотя, с другой стороны, здесь все похоже на одну большую гравийную дорожку. Но не суть важна. Не суть важна. В принципе, так. Ничего такого нету. I wonder if
find a town. Ну, говорит, что нужно нам найти какой-нибудь город. Yes. Слушайте, я сам себе удивляюсь, все-таки, когда надо, я все-таки немножко знаю английский язык, да? Вот оно, мастерство. Так. Не, ну, уже все. Уже здоровье почти в попе. Ой, не здоровье. Энергия почти в попе. А энергия — это еда. Напрямую. А что здесь пожрать-то? Здесь даже кустов нету банальных. Не папоротники же ведь жрать эти, да? Чтоб потом ими же и подтирать жопу. Пардон, из которой будет дерьмо надрестать. Литрами. Это вам не The Forest, где везде растет черная смородина. И то, которую можно легко перепутать с волчьей ягодой. Так что не надо. Не надо. Так. Что-то куда-то мы не приходим. Все. Бежим, бежим. Лес. Все, лес и лес. Лес и лес. Ой, о, лед. Полный, причем лед. No town. Я ему говорю, нет города. Oh, shit. Он говорит, вот дерьмо. Ну или как-то так. Смысл один и тот же. В общем, он недоволен положением вещей нынешним. Я, в принципе, его понимаю. Потому что дерьмово, дерьмово, когда нету ничего абсолютно поблизости. Ну, зашибись, пришли. А-а-а. Кул, кул. Ну чё ты встал-то? Или ты собрался героически закопытиться прямо в этой воде, да? Не, я всё пойму. Car. Интересно, что-нибудь есть? There must be a road nearby. No loot. Ну да, ну да, в бочке что-нибудь собрался найти. Чтоб потом у тебя третья рука выросла из какого-нибудь места. Неправильного. Не надо. Как, блин, энергии 1% остался. Слушайте, может быть... Может быть, сесть надо? Так. Блин, энергия не восстанавливается, падла. Нет. Да блин, убери ты. Как теперь из этого положения вылезти? Ну, вот почти. Ты что ты тут раскачиваешься-то? Ты, падла, давай. Поднимайся. Go to river. Говорю, пошли по реке. Ну, типа того. Он понял, короче, что я имею в виду. Не, я на самом деле жду, пока он сейчас копыта отбросит, я с него весь лут соберу. Это нормально. Блин, что-то какие-то холмы тут, хрен заберешься. Может быть, здесь, слушайте, можно попробовать забраться. Было бы интересно. Да, да, да. Здесь можно забраться. Вот, да. Замечательно. Да, потихоньку ХП уходит. Потихонечку, потихонечку. Вот топор нужен. Eat. Weapons. You, weapons. Animal. Animal and weapons. Как бы это сказать? Is there an animal around? Animal weapons eat. Okay, yeah. We gotta find an animal. Да, он все, он сказал, надо найти животное. Go. Вульф, вульф, олень. Да, он понял, что я имею в виду.
Хорошо. Только вот когда надо, ни одного животного нет поблизости. Что дерьмово просто. Вот когда не надо было, эти волчары позорные спамились со всех щелей просто. А так, по-моему, один кусочек мяса восстанавливает приличное количество энергии. Что очень важно. Я до сих пор не понял, как надо восстанавливать ХП. Ну и HP, если правильно говорить. Или health point. Ну, в общем, очки здоровья. Да. Надо срочно найти животного. Animal! Animal! Уху! No animal. Слушай. Может быть... А? I can make a fire. Now. Нету пользы от этого. Осторожно. Не надо. Не надо. Мы ищем животное пока что. Пока ХП отнимается, конечно, но не так много. Не так быстро, как могло быть. По-моему, слышу что-то. Нет? Да вроде как нет. Фиг его знает, слушайте. Мы куда-то забрели, вообще непонятно куда. Весь аккуратно. Можно... А, нормально. Окей, все отлично. Блин, куда мы вообще идем? Я не понимаю. Тупо передвигаемся по какой-то непонятной местности, на которой нету ничего. Причем еще персонаж еще и пить хочет. Че он там застрял? Hello. А, ок. Блин. Все. I'll grab you some berries. Так. Блин. Давай запрыгивай. Он нашел чернику, когда я не могу запрыгнуть туда. Блин. Ну, давай, еще немного. Давай, залезай. Ну вообще пипец. Блин. Ну ладно. Гау. Сейчас он скинет чернику. Сейчас вот. Термоядерное появление черники. Однозначно. Сейчас надо пожрать. Немножечко. О. Кстати, еще она еще восстанавливает еще и водный запас. Водный баланс. Найс. Thanks. No problem. Go. Yeah. Так, у нас пока еще есть какое-то время. Для того, чтобы еще что-то найти. Но я пока не знаю, что еще тут можно найти, на самом деле. Что-нибудь найдем. Воу. Сначала подумал, что мы пришли туда же, откуда мы изначально ушли. Это было бы забавно. Hell? Animal. Yeah. Up. Oh, there is. Yeah. Давай рубить со всех сторон. Yeah.
Yeah. Is it dead? Yeah. Weapon. Yeah. Weapon. Oh, there we go. Do you want me to make a fire and cook it? Eat? No? Oh, thanks. Так, прекрасно. Сейчас проверим, сколько нам восстановят жратвы. Как раз у нас энергия опять закончилась полностью. Во! Слушайте, отлично вообще. Че он там завис около дерева? Че там интересного такого? Или он отлить сюда встал просто? А, ну... Воу! А, это бревна, да, они нужны для костров, там и так далее. Отличная штука вообще. Так. Wood log. Go. Чё-то он там завис, надо пока чайку хлебнуть. Bonfire craft, bonfire. Ерунда, в общем, полная. Go. Слушай, там что-то есть. Hey. Shoot, I don't have space for the logs. Вон там. Up. Oh. Ага. Yeah. Нужно пройтись туда, там проверить, что есть такое. Так. Здесь, по-моему, такое мелководье везде. Конкретное. Go. Он, наверное, ждал, переплыву я или не переплыву, да? Хитрый какой. Ну окей. Окей. Plower base. Oh, someone must be around here then. Он говорит, кто-то здесь был до нас. Yeah. Что-то он там шмонает. Animal trap. Ловушка для животных. Бестолковая вещь, на самом деле. Он бы еще на острове поставил эту ловушку. Для кого, непонятно. Что это такое? Что это за палочки такие? Это не палочки, это растения. Go! А? Thanks. Правда, мне не нужен этот файер, но... Он там, наверное, охреневает от этого разговора вообще просто. Какая-то дикая смесь непонятная. Кто услышит, то волосы дыбом станут, реально. Окей. Нормально. Это нормально. Так. Чё, куда он там подевался? Эй! Блэкбери? Там, по-моему, чернику искал. Растение рубил. Я, честно говоря, так и не понял, как растение добывать. Ага, да, мы походу... А, нет, не туда же, слушайте.
И снова вот этот гул самолета. Hey, yeah. Говорит, это дом. Я говорю, да, это дом, представляешь себе. Прикинь, в натуре. Это дом, который мы чем постараемся найти сейчас. Полезное. Да что ты, блин, я же тебе нормально лутать поставил. Поставил, значит, надо лутать, понятно? Так. Ничего такого здесь нету, да? Как я понял. Не круто. Он, наверное, на второй этаж пошел, да? Ну, давайте сходим. Офигу. Вдруг что-нибудь интересное здесь найдем. Такой же тоже может быть, правильно? Ориентировочно. Да нет, вроде как ничего особенного такого здесь и нету, на самом деле. Ну ладно, ну и не надо. Так, тоже ничего. Гоу! Стрит. На улице я. Походу, в этом доме он тоже ничего не нашел. О, здорово. Давай мы тебя сейчас подербаним. Только молоточком лучше. На. Какой-то зомби уставший. Ему пофигу, что я его молотком сейчас дербаню. На. Все. Честно говоря, я не знаю, вряд ли тут что-то можно найти полезное. А вот дальше... Hey! Go! Yeah. Go! Hello. No loot! Go street! При чем там тупить-то? Я же ему сказал по-русски. Надо все сразу понимать. Пошли. Nice loot up. Let's hope so. Так, опа-на. Shotgun. Hard. Места нету. Heavy shotgun. No shotgun. Увы. I'd take it if you. Он говорит, что он не может его взять. Зашибись вообще, да? Shotgun появился, а взять его некому. Шикарно просто. Шикарно. Рюкзак нужен. Причем срочно. Но зато мы теперь будем приблизительно знать, где можно найти эту шикарную вещь. Ну что он там ждет-то? Рюкзак что к себе колдует? Go! Okay. Что-то он промычал. Непонятно совершенно. А, я думал сначала, что это бейсбольное поле или футбольное. Оказалось, что нет, это... Большое поле, на котором, в общем, выращивали что-то. Непонятно что, но что-то определенно. Шопс. Так, вон сюда, гоу. No. Не надо. Зомби пока трогать не надо. Нам еще оружие нужно.
Мы же помним, что оружие здесь может быть раздербанено. В легкую абсолютно. Сумка. Need bag. Yeah, we need backpacks. Он тоже говорит, что типа, да, действительно, сумка нужна. Ну, потому что реально без сумки места нету. Тот же дробовик нельзя взять. Не хватает грузоподъемности. Тут вообще странно, конечно, в этом магазинчике что-либо искать. Абсолютно без понта. Да. Вообще какое-то место, конечно, тухлое. Офигеть, насколько. Ничего интересного нету. Совсем. Ух ты. Сейчас он там выйдет отсюда. Эй! Hello. What's up? Еще один лутовщик нашелся. Но я ему ничего не скажу про дробовик. Однозначно обойдется. Что-то мне кажется, что в том здании что-то найдется интересное. Давайте попробуем поискать. Стрелы? Да, слушайте, это стрелы, которые в воздухе причем застыли. Эй, go! Police station! Yeah. Зомби загорает, да? Ага, вон, у одного лук есть. Пускай потихоньку отстреливает их. О, еще один. Hello. What's up, man? Hey, you guys need a backpack? Bag. Need bag. Follow me, I know there's backpacking pickup. Go. Вот, он вроде пообещал сумку нам найти. Это будет вообще офигенно просто. Потому что без сумки, конечно, дико. Дико неудобно. Особенно без шотгана, а шотган нужен. Desk. То есть он сказал, что где-то в столе здесь. Подождите. Ну да, это desk. То есть стол. Попробуем сейчас что-нибудь найти. Нет, ничего здесь нету, да? Блин. Я так понял, сейчас он хочет нас заманить сюда и застрелить, да? Это самый вероятный результат. Чё-то какое-то место не ахти. Совершенно причем. Ничего здесь нет такого. What is bag? Нету нигде здесь никаких сумок. Чё он тут гонит? Гонева! Нету сумок здесь вообще. Зато есть вода. Блин, пустая бутылка. Можно было бы и полную дать для приличия. Ну, суть понятна. В общем, что здесь ни хрена ничего нету. Так, это на каких этажах-то они там ходят? Туда-сюда. Я их слышу, потому что... No loot. Go. Блин. Завел нас куда-то этот тип поганый.
А тут на самом деле нифига-то и нету. По-хорошему. Зато мяса полно. Что ж, друзья, давайте, наверное, на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.